компания Sea Continental является дочерней фирмой компании Secon Logistics, которая уже более 25 лет предлагает покупателям высокий уровень складских услуг. Автоматизация склада требовала решить такие вот проблемы, как учет товара, приемку, отгрузку, перемещение внутрискладские в разрезе серийных номеров. То есть нашему клиенту было необходимо знать, где какая позиция находится, с каким серийным номером у нас на складе. Дело в том, что один из наших клиентов, американская компания, производитель бытовой химии, она изначально имела свою систему складского учета, мы повлиять на ее выбор не могли. То есть компания пришла уже со своей системой. Однако для наших клиентов, для других клиентов выбирали складскую систему уже наш специалист. И нами было выбрано решение компании Axelot 1С, логистика управления складом, которое позволило нам довольно гибко решить проблему. У нас нет какого-то действующего контракта по обслуживанию, так как нет такой потребности. Все оборудование работает исправно уже в течение нескольких лет с момента основания нашей компании, с момента открытия офиса и склада в России. Основными преимуществами внедрения системы и автоматизации склада – это, естественно, сокращение времени на складские операции, сокращение использования бумажных носителей. Также мы уменьшаем количество ошибок, которые возникают при работе без использования мобильных компьютеров. И мы можем контролировать состояние склада онлайн. При автоматизации, да, у нас появилась возможность высчитывать KPI там, сотрудников, да, на складе. Повысить производительность удалось больше всего при операциях отбора. Именно там требуется в основном сканирование серийных номеров продукции. Но как раз внедрение сканеров, позволяющих считывать QR-коды, помогло нам увеличить эффективность в несколько раз из-за сокращения именно операции сканирования.